Добрый день, уважаемые партнеры и гости нашего портала. Представляем вашему вниманию очередной видеообзор проекта от первого банка мониторинга fairmonitor.com. И на этот раз гостем нашего обзора становится проект Berkshire Hathaway. Несмотря на сложное название данного фонда, сайт его выполнен достаточно просто и доступно. Он является собой достаточно красочный дизайн, совсем необходимым для инвестирования. На главной странице вы можете найти информацию по тарифным планам, схему работы проекта, партнеров и форму обратной связи. Это очень удобно, так как нет необходимости переходить по разным страницам в поиске нужной вам информации. Все самое главное перед вашими глазами. Касательно деятельности данного фонда, тут все немного размыто. Складывается впечатление, что администрация просто не хочет раскрывать источники своей прибыли, объясняя все словами. Уникальность инвестиций позволяет нам занимать новые ниши в инновационных сегментах мировой экономики. Учитывая тот факт, что в списке партнеров мы можем увидеть Apple, Rolex и Gucci, можем предположить, что это и есть их инвестиционный сегмент. Однако достоверной информацией владеет лишь администрация сайта. Итак, перейдем к маркетинговым планам. Им нам предлагают в трех вариантах. С доходностью 1,8% в сутки при сумме депозита от 10 до 100 долларов. 2% при депозите от 101 до 500 долларов. И максимальные 2,4% в сутки при депозите от 501 до 1000 долларов. Все тарифы имеют одинаковый срок работы в 30 дней. Однако начисление прибыли происходит только по рабочим дням. Этот факт стоит учитывать при инвестировании. Что же касательно тела депозита, то оно размораживается и доступно к выводу по окончанию срока работы депозита. Все выплаты обрабатываются в ручном режиме после подачи вами заявки на вывод средств в течение 24 часов. Платежные системы сайта представлены наиболее распространенными агрегаторами Payeer, Perfect Money и Advanced Cash. Данные системы покрывают более 90% потребностей инвестора, что дает проекту широкое поле для деятельности. Очень привлекательной, на наш взгляд, кажется партнерская программа Berkshire Hathaway. Согласитесь, три уровня с доходностью 15, 3 и 1% соответственно, это очень даже неплохо. Особенно 15% за партнеров первой линии. Есть определенная уверенность в том, что многие опытные рифоводы крепко задумаются над столь щедрой комиссией и начнут активно привлекать в данный проект рефералов. Личный кабинет данного проекта достаточно минималистичный и понятный для любого пользователя. Во вкладке «Операции» вы можете пополнить или вывести средства. В «Депозиты» посмотреть, что происходит с вашими депозитами. Во вкладке «Реферальная программа» вы можете увидеть список своих рефералов и также найти партнерскую ссылку для приглашения своих будущих рефералов. Также есть приятная функция «Вклад с баланса», то есть реинвест. Следовательно, у каждого инвестора есть возможность сделать вклады без потерь из-за комиссии платежных систем при вводе-выводе. Подводя итоги нашего обзора, нам остается лишь добавить, что на данный проект действует страховка от нашего первого банка мониторинга fairmonitor.com, подробнее о которой вы можете узнать на нашем сайте или в его чате. А там, возможно, еще и попадете на викторину от нашего монитора и сможете получить приятный денежный бонус. На этом у нас все. Не забывайте заказывать рефбэк, делиться впечатлениями о работе с нами на форумах и в нашем чате, участвовать в акции «Мешок денег», ну и, конечно же, высказывать свое мнение касательно проектов, что размещены на портале нашего хайп-мониторинга fairmonitor.com. Хорошего дня и высокой прибыли, дорогие!